Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Стремоухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос лектора». 17.00. Курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заплатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30. Объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков. И курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00. Курс по общей врачебной практике. Читает Стремоухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенье. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edu-pediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-serrano.ru. До встречи в выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано».
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наш курс по кардиологике. И сегодня мы поговорим о лечении артериальной гипертонии. Вся сегодняшняя лекция будет посвящена только эссенциальной артериальной гипертонии, чтобы мы четко поняли, какие существуют группы препаратов и что надо делать, чтобы снижать артериальное давление и лечить эссенциальную гипертоническую болезнь. Ну и когда мы рассматриваем вопрос о лечении артериальной гипертонии, мы великолепно отдаем себе отчет в том, что это неразрывная связь между контролем уровня артериального давления и защитой органов-мишеней от повреждения. По последним российским рекомендациям 2020 года всем пациентам необходимо снижать артериальное давление ниже уровня 140 на 90. Причем это относится как к систолическому 140, так и к диастолическому давлению 90. Давление должно быть ниже, чем 90. При условиях хорошей переносимости лучше достигать уровня 130 на 80 миллиметров ртутного столба, но не снижать ниже, чем 120 на 70. Вот такой достаточно узкий коридор между 120-130 систолического давления и 80-70 диастолического давления. Если мы говорим о лицах старше 65 лет, то этот коридор 130-139 на 90 на 80 миллиметров ртутного столба. Итак, давайте постепенно и очень подробно рассмотрим, какова же тактика ведения пациентов по российским рекомендациям 2020 года. Итак, если на приеме у врача артериальное давление у пациента выше, чем 140 на 90, как измерять артериальное давление, мы очень подробно с вами поговорили в предыдущей лекции, то первый вопрос, на который отвечает врач, это имеются ли признаки гипертонического криза. Насколько выше 140 на 90? Может быть, пациент пришел к вам с давлением 200 на 140? И тогда мы будем уже думать о том, что мы должны лечить гипертонический криз. Отметаем диагноз гипертонического криза. Нет, его нет. Ситуацию с гипертоническим кризом мы рассмотрим с вами в отдельной лекции. Итак, повышенное давление, но не гипертонический криз. Что мы определяем дальше? Мы первый раз столкнулись с этой проблемой. Этот пациент первый раз столкнулся с этой проблемой, или он уже гипертоник, он лечится, но его лечение недостаточно адекватно, и поэтому давление на приеме выше этих цифр. Это первые вопросы, на которые мы отвечаем, как нам рекомендовано в рекомендациях по лечению артериальной гипертонии. Если пациенту установлен диагноз гипертоническая болезнь и давление превышает цифры 140 на 90, требуется интенсификация антигипертензивной терапии для достижения целевого уровня 130 на 80. Эту проблему разобрали. Если у нас впервые выявленное повышение артериального давления, раньше пациент никак не лечился, то мы должны с вами провести полноценное обследование этого пациента для того, чтобы выявить причины повышения артериального давления и, назначив соответствующее обследование, обязательно проконтролировать эту ситуацию через одну неделю. Что же мы пытаемся выявить у этого пациента? Ну, во-первых, мы должны исключить симптоматическую гипертонию, которая может быть при целом ряде заболеваний. Это тоже отдельный вопрос, и он касается практически всей области медицины, поэтому очень подробно мы посвятим этому вопросу тоже отдельную лекцию. А сейчас давайте сосредоточимся на том, что нам удалось исключить симптоматическую артериальную гипертонию и поставить пациенту диагноз эссенциальной гипертонии или гипертонической болезни. Итак, на сегодняшний день перед вами 4 группы препаратов, которые рекомендованы в качестве препаратов первой линии при лечении артериальной гипертонии. Это диуретики, ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов к ангиотензину и антагонисты кальция.
Собственно говоря, можно сказать, что это три группы, потому что ингибиторы АПФ и БРА – это препараты с аналогичным действием, поэтому их можно считать одной группой препаратов. Итак, диуретики, ингибиторы АПФ, БРА и антагонисты кальция. Когда же мы можем начинать лечение с одного из этих препаратов? Когда мы можем использовать монотерапию? Прежде всего, артериальное давление у пациента, которому мы назначаем монотерапию, должно быть ниже, чем 150 на 90 мм ртутного столба. При других, более высоких показателях артериального давления, мы результата положительного не достигнем. Когда еще? Когда требуется снижать систолическое артериальное давление менее чем на 20 мм ртутного столба, а диастолическое менее чем на 10 мм ртутного столба. Когда перед нами пациенты с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Когда перед нами пожилые пациенты. И когда особо пожилые с синдромом старческой астении. Это те ситуации, когда мы можем использовать монотерапию одной из представленных групп. Давайте немножечко поподробнее поговорим об этих группах. Ингибиторы АПФ и антагонисты к рецепторов ангиотензина 2. Я их объединила сразу в одну группу, потому что у них схожий механизм действия. Это наиболее, особенно ингибиторы АПФ, это наиболее часто назначаемая группа для лечения артериальной гипертонии. И сразу скажу, что это наиболее исследуемая группа, которая одной из первых показала отличные результаты по снижению сердечно-сосудистой смертности при лечении артериальной гипертонии. Я говорю об ингибиторах АПФ, потом их догнали и блокаторы рецепторов к ангиотензину 2. Очень широко применяемые две группы. Хорошие, безопасные, при этом антагонисты к рецепторам ангиотензина 2 более безопасны, чем ингибиторы АПФ. У них отсутствует такой побочный эффект, как сухой кашель. Вот, и поэтому они с точки зрения безопасности и отсутствия побочных эффектов даже стали превалировать над ингибиторами АПФ. Безопасная и очень правильная группа для лечения артериальной гипертонии. Ингибиторы АПФ и БРА снижают альбуминурию в большей степени, чем другие антигипертензивные препараты, и эффективно замедляют прогрессирование диабетической и недиабетической хронической болезни почек. Доказано, снижают риск терминальной хронической болезни почек. Значит, сразу выявляем еще одну группу пациентов, при котором эти препараты будут особо показаны. Это пациенты с заболеваниями почек. Эти две группы препаратов эффективно предотвращают и приводят к обратному развитию поражения органов мишени. Они снижают гипертрофию левого желудочка, уменьшают ремоделирование мелких артерий на фоне снижения, естественно, артериального давления. Значит, вторая группа пациентов – это, ну, собственно, это все пациенты, которым надо предотвращать поражение органов мишеней. Гипертрофия левого желудочка и изменение сосудов. Ну, это касается всех пациентов. Обе группы препаратов снижают риск пароксизмов фибрилляции предсердий, что может быть обусловлено улучшением функции левого желудочка и более эффективным регрессом структурных изменений левого желудочка. Значит, эти две группы препаратов, они профилактируют развитие аритмий. И эти две группы показаны пациентам с перенесенным инфарктом миокарда и с хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса. То есть назначение этих групп будет показано не только с точки зрения снижения артериального давления как такового, но и вот то, что мы говорили с вами в первых лекциях, эти препараты, они отодвигают изменения сосудов, изменения сердца, связанные с повышенным артериальным давлением и вообще с общим старением организма. Поэтому это очень правильные две группы, которые, безусловно, надо назначать при артериальной гипертонии.
Ну и пару слов, каким же группам пациентов нельзя назначать, да, кому они противопоказаны. Эти группы препаратов противопоказаны при беременности, противопоказаны при высокой гиперкалиемии, при двухстороннем стенозе почечных артерий. Даже могу объяснить, почему. Потому что ингибиторы АПФ расширяют отводящую артериолу от почечного клубочка. Значит, при сужении, анатомическом сужении приводящей артериолы расширяется отводящая артериола, и получается, что сам клубочек обескровливается. И это очень плохо, это может привести к поражению почек. Поэтому при стенозе почечной артерии единственной почки, при двухстороннем почечном стенозе назначение ингибиторов АПФ для того, чтобы вот эту ситуацию исключить, противопоказано. У кормящих матерей и беременных тоже противопоказано. Ну и на эту группу препаратов дает аллергическую реакцию у людей, если есть в анамнезе ангионевротический отек. Это тоже, в общем-то, не очень приятная ситуация, поэтому у людей, у которых в анамнезе есть ангионевротический отек, эти две группы препаратов не назначаются. Блокаторы кальциевых каналов. Все антагонисты кальция метаболически нейтральны и не оказывают отрицательного действия на углеводный, липидный, пуриновый обмен, и это качество является безусловным плюсом при назначении этой группы препаратов для снижения артериального давления. Помимо антигипертензивного, они также оказывают и антиангинальные, и органопротективные эффекты. Антиангинальный эффект, естественно, широко используется при ишемической болезни сердца, и назначение антагонистов кальция очень широко используется при сочетании ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. Одним выстрелом убиваем сразу двух зайцев. В целом, влияние антагонистов кальция на сердечно-сосудистый риск схоже с другими классами антигипертензивных препаратов. При этом они обладают большим эффектом в отношении профилактики инсультов, чем это можно было бы ожидать только от их гипотензивного эффекта. Однако, опять же, по механизму действия антагонисты кальция не могут применяться в отношении профилактики и лечения сердечной недостаточности. То есть, если у пациента есть какие-то предпосылки или уже начальные стадии развития сердечной недостаточности, применение антагонистов кальция у этих пациентов противопоказано. Почему? Да потому что, собственно, антагонисты кальция, они блокируют вход кальция в клетку, а кальций является связующим звеном для того, чтобы мышечные волокна сокращались. То есть он влияет вот на это сокращение мышечных волокон. Это происходит во всех мышцах, и в тех, которые есть вокруг сосудов. И, соответственно, мышцы, которые вокруг сосудов, они расслабляются, и сосудики расширяются. Получается хороший гипотензивный эффект. Но такой же эффект происходит и в сердечной мышце. Мышечные волокна сердца тоже недосокращаются, да, они расслабляются. И это способствует прогрессированию сердечной недостаточности. Поэтому у тех пациентов, у которых может развиться или у которых уже есть сердечная недостаточность, конечно, назначать эту группу препаратов для снижения артериального давления не нужно. Диуретики. Самая старая группа препаратов, которая применяется для снижения артериального давления. Именно с них все и начиналось. В принципе, очень хорошая группа и безопасная, ну, за исключением того, что выводят из организма калий. Они предотвращают все сердечно-сосудистые осложнения и уменьшают смертность, и их эффективность подтверждена в различных клинических исследованиях. Диуретики более эффективно предотвращают сердечную недостаточность, чем другие классы препаратов. И это тоже объяснимо, потому что за счет диуретического эффекта уменьшается общий объем циркулирующей крови. Его становится меньше, сердцу надо меньше перекачивать жидкости, соответственно, более эффективна профилактика сердечной недостаточности.
И недавний метаанализ плацебо-контролируемых исследований показал сходные эффекты трех типов диуретиков на сердечно-сосудистые исходы. Таким образом, можно рекомендовать равноценное использование тиазидов, хлортолидона и индопамидов при лечении артериальной гипертонии. Механизм действия диуретиков. Ну, диуретики действуют на различные зоны петли Генли, которые у нас, соответственно, из которой состоят наши почки. И таким образом уменьшают объем циркулирующей крови и снижают артериальное давление. То есть это особый механизм действия. И, конечно, вот сочетать различные механизмы действия – это наиболее правильно в лечении артериальной гипертонии. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики снижают уровень сырочного калия и имеют менее благоприятный профиль безопасности, чем блокаторы ренино-ангиотензиновой системы. Они также могут способствовать повышению инсулинорезистентности и риска развития сахарного диабета. Да, по сравнению с антагонистами кальция, которые метаболически нейтральные, это не очень хорошо. И тиазидные и тиазидоподобные диуретики характеризуются снижением антигипертензивной эффективности при скорости клубочковой фильтрации менее 45 мл в минуту. А при скорости клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту препараты становятся неэффективными. В этом случае в качестве альтернативы следует использовать петлевые диуретики. То есть при значительном снижении функции почек использование этой группы препаратов также не показано. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики не рекомендованы при подагре и бессимптомной гиперуркемии. Назначение при этих заболеваниях является абсолютным противопоказанием к назначению этих препаратов. Низкие дозы 12,5 мг широко используются в составе комбинированной терапии и в том числе у больных с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, хорошо комбинируются с ингибиторами АПФ и БРА, нивелируя побочные эффекты друг друга. Уровни доказательности применения различных групп и комбинаций для лечения артериальной гипертонии. Вы видите, что применение ингибиторов АПФ, блокаторов к ренино-ангиотензину 2, бета-блокаторов, мы их сейчас, кстати, не рассматривали, антагонистов кальция, диуретиков, снижают артериальное давление и снижают кардиоваскулярные риски. Класс рекомендаций 1 однозначно рекомендованный и уровень доказательности А. То есть максимальный уровень доказательности по каждой из этих групп препаратов. Были проведены многочисленные исследования, и можно совершенно спокойно назначать эти препараты пациентам. Ничего плохого, кроме хорошего, они не сделают. Комбинации, как стартовая терапия, аналогично снижают артериальное давление и кардиоваскулярные риски. Мы сейчас подробно поговорим о комбинациях, и вы видите, что класс рекомендаций 1 и уровень доказательности А максимальные. Бета-блокаторы – отдельная группа препаратов в сочетании с любой группой из основных и при сочетании с патологией ИБС, ПИКС, хронической сердечной недостаточности, тахикардии, также снижают артериальное давление и кардиоваскулярные риски. И мы с вами плавно перешли на группу бета-блокаторов. То есть это группа, которая была раньше в первой линии, она с нее тоже начинали лечение артериальной гипертонии. Теперь она просто переместилась как бы в особую группу и применяется при лечении артериальной гипертонии с уровнем доказательности А и классом рекомендации 1, то есть максимальными уровнями при сочетании с другой патологией. Еще раз повторюсь, ИБС, ПИКС, хроническая сердечная недостаточность, тахикардия. Вот при сочетании артериальной гипертонии и этих заболеваний с бета-блокаторов тоже можно начинать лечение артериальной гипертонии. Собственно, все группы, которые мы разобрали, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, сартаны, антагонисты рецепторов альдостерона, все, ну, антагонисты рецепторов альдостерона, мы сейчас поговорим о них, все эти группы действуют на различные звенья
гиперактивированный ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. И в разных местах они блокируют эту систему, таким образом продлевая человеку жизнь и снижая уровень артериального давления. Я уже тут вот сказала про антагонисты к рецепторам альдостерона, и эти препараты будут тоже добавляться к лечению в особо сложных случаях. Тоже поговорим об этом. Каковы же сегодняшние рекомендации и их принципиальное отличие от предыдущих рекомендаций по лечению артериальной гипертонии? Да, отличие в том, что уже при лечении артериальной гипертонии первой и второй степени рекомендованы двойная или даже тройная комбинация. Это очень важно. Не надо ждать, когда у человека будет повреждение органов мишеней. Не надо ждать, когда у человека возникнет инсульт или инфаркт для того, чтобы назначать два или три препарата. Наша задача с вами – подобрать ему такую комбинацию гипотензивной терапии, чтобы это давление было у него нормальное в течение всей последующей жизни. И если для этого понадобится 2, 3, 4 препарата, значит, пусть будет так. Но давление должно находиться в пределах до 140/90, а лучше 130, ниже, чем 130/80. Какие же двойные комбинации, что конкретно прописывают нам рекомендации? Первое. Двойная комбинация. Это ингибитор АПФ или блокатор кренин-ангиотензинов. Мы с вами вспоминаем, это одна и та же группа. И к ним добавляется или антагонист кальция, или диуретик. Ну, фармацевтическая промышленность сейчас идет семимильными шагами, и вот эти комбинации уже есть у многих компаний в фиксированных дозировках. То есть есть препараты, которые сразу включают два действующих вещества – ингибитор АПФ или БРА, и к которым прибавляется или антагонист кальция, или диуретик. Что из себя представляет тройная комбинация? Ну, собственно говоря, все три группы, которые мы с вами разобрали, еще раз, ингибитор АПФ или БРА – это одна и та же группа, потому что один механизм действия, и к ним добавляется и антагонист кальция, и диуретик. И с этой из такой тройной комбинации тоже уже существуют препараты, которые содержат эту тройную комбинацию. Тоже можно начинать лечение артериальной гипертонии. Наша с вами задача, чтобы цифры артериального давления находились на целевом уровне. Когда вот к этой тройной комбинации, даже тройной комбинации становится недостаточно для того, чтобы пациент достиг целевого уровня, то добавляется еще один препарат. Это может быть или спиронолактон, или другой диуретик, или моксонидин, или альфа-адреноблокатор. Сейчас мы подробно об этом поговорим. Надо просто понимать, что первая вот эта тройная комбинация дается в одной таблетке, а в другой таблетке, второй, добавляется один из вот этих перечисленных препаратов. И получается четверная такая комбинация, состоящая из двух таблеток. Итак, давайте еще раз повторим. Если бы мы с вами рассматривали рекомендации по артериальной гипертонии 2013 года, то мы не нашли бы двойных, тройных и четверных комбинаций в этих рекомендациях, что с них надо начинать лечение. Но если мы обратимся к рекомендациям 2018 года европейским, а теперь мы можем говорить и о российских рекомендациях 2020 года, то там уже с полным основанием туда внесены двойные комбинации, вы видите, ингибиторы и антагонисты кальция или диуретики. Туда внесены и тройная комбинация ингибитор АПФ, антагонист кальция и диуретик. Туда внесена при резистентных формах и четверная комбинация, где на первом месте ингибитор АПФ или блокатор, плюс антагонист кальция, плюс диуретик. И к ним добавляется, и это все в одной таблетке, и к ним добавляется спиронолактон. Давайте разберем эту ситуацию. Спиронолактон или эплеринон. Вы знаете, что у эплеринона меньше побочных эффектов, чем у спиронолактона. Они конкурентны по отношению к альдостерону, блокируя его биологические эффекты.
Спиронолактон и эплеринон оказывают положительный эффект при сердечной недостаточности и резистентной артериальной гипертонии. Почему? Ну, потому что они встраиваются вот в это повышение уровня, как бы повышение активности ренино-ангиотензиновой системы. Они блокируют еще один механизм действия и таким образом снижают ее активность и уменьшают ее влияние, отрицательное влияние на весь наш организм. Для лечения артериальной гипертонии используются низкие суточные дозы антагонистов минералокортикоидных рецепторов. Не рекомендуются эти препараты при нарушении функции почек, если скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту. Потому что они повышают риск гиперкалиемии и ухудшают функцию почек. Ну, перед вами слайды исследований, и вы видите, что если сравнивать назначение, вот когда четвертым препаратом добавляют спиронолактон, то он показывает более хорошие результаты, чем плацебо, естественно, чем доксазозин и чем назначение бисопролола. То есть в первую очередь четвертым препаратом нужно назначать спиронолактон. Здесь также результаты исследования, которые говорят, что спиронолактон, назначение спиронолактона, его добавление особенно хорошо действует на повышение давления в ночные часы. Но это связано с нашим гормональным циклом. И вот если при суточном мониторировании выявляется именно повышение артериального давления именно ночью, то назначение спиронолактона особо целесообразно. Итак, в каких ситуациях добавляется спиронолактон и эплеринон к предыдущей трехкомпонентной гипотензивной терапии? Это резистентная гипертония в комбинации, это в ситуациях, когда к артериальной гипертонии еще добавлена сердечная недостаточность, в ситуациях ночных подъемов артериального давления, при высокорениновых формах артериальной гипертонии, ну и еще отдельно выделяют любителей соли, потому что именно этот отрицательный эффект соли спиронолактон нивелирует. Бета-блокатор. Они тоже добавляются четвертыми вот во всю эту схему лечения артериальной гипертонии. В каких ситуациях? В ситуациях, когда есть ишемическая болезнь сердца, стенокардия, в ситуациях, когда развивается сердечная недостаточность, когда мы имеем постинфарктный кардиосклероз, при фибрилляции предсердий и при планировании беременности. Собственно, бета-блокаторы являются препаратами выбора, если у женщины артериальная гипертония, и она собирается беременеть и рожать. То есть беременность идет на... Беременность надо вести на бета-блокаторах, которые не оказывают отрицательное влияние на саму беременность, но снижают при этом артериальное давление. Абсолютными противопоказаниями для назначения бета-блокаторов являются синоатриальные, атриовентрикулярные, любые блокады сердца, синдром слабости синусового узла и бронхиальная астма. И это абсолютные противопоказания для назначения бета-блокаторов, потому что, собственно, рецепторы к ним находятся вот в этих системах, и они будут ухудшать состояние и при бронхиальной астме, и при различных блокадах или слабости синусового узла. Агонисты имидазолиновых рецепторов. Эта группа может быть назначена, опять же, четвертой, одной из, в каких ситуациях? Ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром при менопаузе, и, ну, соответственно, она всегда назначается в комбинации с другими препаратами. В каких же ситуациях не рекомендовано назначение антагонистов кальция? Абсолютные противопоказания. Это при синдроме слабости синусового узла, различных блокадов, выраженной брадикардии и хронической сердечной недостаточности 3-4 степени. Альфа-адреноблокаторы. Эта группа когда-то тоже была одной из первых и была очень рекомендована при сочетании артериальной гипертонии и гипертрофии предстательной железы. Сейчас эта группа остается третьей среди тех четвертых, которые добавляются к основным.
Когда же они назначаются? Эта группа улучшает углеводные и липидные обмены, повышает чувствительность тканей к инсулину, улучшает почечную гемодинамику. Это их положительные свойства. Назначаются они пациентам моложе 65 лет при... Осталось показание гиперплазии предстательной железы и при резистентных формах артериальной гипертонии, когда добавление других форм остается неэффективным, используют и альфа-адреноблокаторы. Ну, в общем, это группа до 65, но с гипертрофией предстательной железы. Вот такая достаточно узкая целевая ниша, поэтому о них, я думаю, мы со временем будем говорить все меньше и меньше. Как же можно сочетать между собой различные группы? Ну, мы с вами достаточно подробно разобрали просто практически все возможные комбинации, как кратенько их описываются, как они описываются в рекомендации. Но вы видите, что красная полоска между ARA или BRA, это одно и то же, и ингибиторами АПФ. Эти две группы сочетать друг с другом не надо, один и тот же механизм действия, просто у ARA меньше побочных эффектов, у ингибиторов АПФ чуть-чуть побольше, но они как-то исторически на рынке очень хорошо держатся. Но с другом их комбинировать не нужно, это совершенно бесполезно, говорю, один и тот же механизм действия. Все другие группы комбинируются друг с другом, и зелеными линиями обозначены комбинации, которые особо показано. Мы уже все с ними, с вами их разобрали. Я надеюсь, что после этой лекции у вас будет достаточно полное представление о том, как же надо снижать артериальное давление. Еще раз повторюсь, монотерапия в очень легких случаях или у очень пожилых пациентов. Сразу нужно начинать с двойной, тройной или даже четверной комбинации. Какие группы на первом плане входят в эти комбинации? Ингибиторы АПФ или ARA. К ним добавляются диуретики, к ним добавляются антагонисты кальция. Это три основные группы, которые гипотензивный эффект. Если он недостаточен, к ним добавляется четвертый препарат, так называемый. Первым из них будет спиронолактон или эплеринон. Дальше стоят бета-блокаторы, которые при определенных клинических ситуациях употребляются. Дальше идут препараты центрального действия, и группу замыкает альфа-адреноблокаторы. Вот такая схема, такой пирожок, из которого врач все время выбирает в зависимости от конкретной клинической ситуации. Очень надеюсь, что у вас в голове это все разложилось по полочкам, и вы теперь будете более осмысленно назначать эти препараты, понимая, на какой механизм действия работает одна или другая, или третья, или четвертая группа. Я жду ваши вопросы. Надеюсь, что лекция была полезной. Большое спасибо вам за внимание. До новых встреч!